Производители кусковых полуфабрикатов часто сталкиваются с такой проблемой, как увеличение выхода продукта, сохранение цвета мясного продукта и увеличение выхода и сочности уже самого готового продукта. Данную проблему поможет решить стабилизатор Гелион 3010, который предназначен для производства кусковых полуфабрикатов из говядины, свинины и мяса птицы. Специально подобранный состав позволяет не менять цвет готового продукта, как это делают фосфатные стабилизаторы. Гелион 3010 можно применять как для инъецирования, так и для замачивания. Среднее время замачивания составляет 1 час. Выход увеличивается на 10-15%. Мясо становится сочным, и его не нужно отбивать. В итоге мы получаем выход на 10-15% выше. Полуфабрикат не меняет своего цвета, а готовый продукт сохраняет свою сочность. Мы готовы предоставить вам технологическую помощь при отработке продуктов на вашем производстве.